Так, всем привет. Вот мой первый подарок за день рождения от мамы был. Это вот такой вот букет цветов. Не помню, как они называются, но прикольненькие, такие симпатичные цветы. Хотя вот я против цветов, не люблю я, когда дарят цветы любые. Мне их жалко, что их срывают, что вот так вот они потом погибают. Поэтому я против цветов, хотя они красивые. Вот. Второй букетик. Были ромашки. Так, второй подарок был букет от соседки бабы Гали. Вот такие вот ромашки были. Она подарила. И коробку птичьего молока. Она еще подарила. Вот. Конечно, большое спасибо. Само внимание, конечно, приятно. Всегда. Вот. Такие вот красивые ромашки. Да, вот. Вот все, у нас все собрались, тут вся семья собралась обзор делать. Все, всем привет. Так вот, привет, только что привет говорю. Так, вот, смотрите, остальные подарки от моей семьи. Не обращайте внимания на задний фон. Это у нас Сергей поет там песни. Так, от мамы я получила в подарок вот такую вот тарелку с эмблемой Сочи 2014. Вот. Такая, хотя она вроде детская, но она знает, что мне нравятся такие всякие вот тарелочки. Эта тарелка, ее можно разогревать в микроволновой печи, что очень важно. И также можно мыть ее в посудомоечной машине. Так, не фокусируется, к сожалению. Вот, все. Вот здесь вот, кому интересно, остановите, почитайте. Вот такая вот тарелочка. Дальше она подарила мне вот такую вот игрушку, которую трясешь, и она светится. Вот. Ну, или можно вот так вот мять. Хотя, вот честно, я очень не люблю такие игрушки. Вот прям они меня очень, ну, злят, бесят. Не знаю, неприятная такая игрушка очень. Вот. Ну, или вот так вот можно делать, ей одевать на пальцы и типа играть. Ну, честно, я думаю, что это просто потеря денег на такую игрушку. Дальше она подарила как бы мне, ну и в то же время не мне. Это поилка для собак. Дорожная такая, что по сути очень даже удобная штука, что вы можете налить вот в эту бутылочку воды, поставить ее, потом нажимаете, и она вот так вот льется туда, и собака пьет. Очень хороший вариант в дорогу, на улицу, вот как вот на картинке показано. Вот, мне кажется, конечно, очень даже неплохая штука. Тоже приятно. Также она подарила мне набор таких вот, скажем так, трусиков. Один розовый и двое белых. Вот, тоже, конечно, скажем так, приятно. Не это ожидала, но ладно. И потом она подарила еще вот такие вот духи. Сейчас я их достану сразу. Так. Экстаз Вилд. Дикий экстаз получается, да? Экстаз Вайлд. Вот. Такие вот духи небольшие. А запах такой приятный, морской. Такой аромат. Вот. Ну, иногда нравится. Так, это вот было от нее. Ой, нет. От нее было вот в этом пакетике. В таком вот от мамы. Ну, приятно было получить. Дальше вот в таком пакете от подруги я получила в подарок. Так. Сейчас я разберусь. Вспомню, что где. Тоже вот такие вот трусики она мне подарила. Какой-то день трусиков получился. Они вот такие только сине-голубого цвета. Вот. Дальше она подарила мне вот такой вот домашний костюмчик. По-моему, Израиль, я тут где-то читала. Производство. Так, серый хлопок. Да, вот
Я вот когда первый раз записывала, я говорила, что это очень такой приятный материал. Очень нравится. Он такой тоненький, но он очень мягкий, очень приятный к телу. Вот такая вот футболочка. Ну, футболочка такая, что, мне кажется, ее можно и на улице смело носить. И как бы ничего страшного не будет. И вот такие вот штанишки. Вот, с таким вот, как под кружева, вот здесь сделано. Тоже хороший такой костюмчик серого цвета. И еще она подарила мне, так, вот такую вот футболочку. Тоненькую. С Минни Маус. Тоже люблю я порой такие футболки. Тоже очень мягкая. И производство. Где-то я вот тоже читала. Вот это по-моему, Израиль. Производство. Очень тоже понравилось. Так. Да. Где-то вот хотела вам показать, что сделано в Израиле. Это не то. Этикетку, к сожалению, оторвали. Поэтому... Вот, ну, надеюсь, поверите мне на слово, что это израильская футболочка производства. Очень хорошая. Также вот баба Галя. Так, все у нас падает. А соседка, что подарила ромашки, подарила мне еще вот такое полотенце. Вытираться. Оно, скажу, оно из полиэстера. Честно, я вот, не так, рисунок хороший, оно мягкое. Но, как бы, знаете, вот эти вот, мне не нравятся вот эти вот ворсиночки. Они со временем, ну, даже не то, что со временем, через неделю где-то вытираешься, и от них остается эти ворсинки на лице, на глазах. И приходится потом лицо промывать, обтирать и все доставать эти ворсинки. И последнее, что мне подарили, это мама подарила вот такую вот подушку из бамбука. То есть она позиционирует это как бамбуковая подушка, что вот даже бамбук здесь нарисован. Она мягкая достаточно так, но в первую ночь, честно скажу, мне было спать очень некомфортно на ней. Может, с непривычки, что я хотела повыше себе. Вот, я люблю повыше спать. Но в итоге утром я всегда сплю без подушек и почти на полу. Но, тем не менее, спать я люблю на чем-то высоком. Вот такая вот мягкая подушка. Ну, сейчас я уже более-менее попривыкла к ней. И уже как-то легче мне с ней. Ну вот такие были подарочки на мое день рождения. Всем огромное спасибо большое за подарки. Приятно. Всего, ну, я снимала в первый день, по-моему, 6 мая снимала обзор, но, к сожалению, все у меня стерлось, все видео пропали, поэтому пришлось переснимать вот сегодня 9-го. Вот так вот она светится в темноте. Ну, для детей, мне кажется, вот такая игрушка подошла бы к самой то. Но мне вот она очень не нравится. Меня очень бесит вот этот материал. Раздражает какая-то. Я такая злюка становлюсь. Так. Волосатик Мишка. Термоэластопласт какой-то. Пластик. Ну вот очень, ну по мне очень неприятное такое ощущение от этой вот игрушки. Вот такие вот, ребят, подарочки были. Все. Всех с 9 мая сегодня поздравляю. Сегодня 9 мая, День Победы. Всех, дорогие мои, с праздником. Еще раз большое-большое спасибо вам за 200 подписчиков. Ребят, мне безумно приятно это. Очень приятно, что 200 человек я заинтересовала. И они меня смотрят, им интересна моя жизнь, мои дела. Мне очень это приятно. Большое всем спасибо. Кто меня поздравил, всем тоже огромное-огромное спасибо большое. Лена, Наташа, Александра и многие-многие-многие другие. Всем огромное спасибо, ребят. Скоро будут еще много видео. Надо просто доделать. Надо просто там как бы скомпоновать все. И все буду выкладывать. Поэтому ждите.
И еще раз всем огромное спасибо. Пока-пока.